Добрый день, дорогие друзья, с вами Аукцион 4М и ваш покорный слуга, арт-галерист и куратор Али Гребер. Наши партнеры, галерея Капучино, Одесса Творческая, Одесса, Украина, французский бульвар 33, Одесская киностудия. Информационные партнеры, журналы Арт Сава и Арт Ньюс Юрейн. Ряд других кураторские практики. Итак, мы анонсируем сегодня аукцион 22 декабря 2018 года. На этом аукционе будут представлены 5 лотов, все 5 картин вашего покорного слуги, художника Алика Ветрова. Прежде всего, мне хочется вас поздравить с прошедшим праздником Святого Николая и сказать, что в эту субботу у нас завершающий аукцион, завершающий в 2018 году. В 2019 году мы продолжим эту серию аукционов с января месяца. И следите о наших обновлениях, подписывайтесь на наши обновления. Вы можете это сделать на сайте аукциона 4m-gallery.com. Подписывайтесь, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Наши администраторы всегда готовы ответить на них. Итак, перейдем к аукциону 22 декабря. За моей спиной представлена работа в лот номер 1 «Строители метрополитена Нью-Йорка». Работа написана в 2015 году, холст масла, размер работы 1 м на 70 см. Первоначальная стоимость 70 тысяч гривен. Работа была написана в Нью-Йорке. Я спускался в метрополитен, когда я устроил одну из веток, и писал статуру. Я люблю писать сентуры на плоский дом. Работа ранее выставлялась в различных музеях и галереях. Я ее очень люблю. Она мне близка и дорога. Немножко хочу рассказать о своем стиле. Стиль, в котором я работаю, это фигуративная абстрактная живопись, постимпрессионизм, постмодернизм, концептуальная, постиндустриальная живопись. Вот эта работа очень ярко соответствует постиндустриальному искусству. Искусство, которое подчеркивает мир, где индустриальное общество, в принципе, перерастает совершенно в новую коммуникацию, где даже повседневные вещи технологически могут выглядеть по-иному и восприниматься, и интерпретироваться в совершенно ином свете. Яркие, насыщенные оттенки голубого и синего подчеркивают индивидуальность и коммуникативность нашего мира. Итак, в этом анонсе у нас немножко другой формат, мы меняем. Все лоты демонстрировать в видео-анонсе мы не будем. Поверьте, что за моей спиной находится еще несколько. Часть из них вы знаете. Особенно полюбившиеся цветы. Я люблю собирать цветы в сентябре, созданные в 2010 году. Я лишь озвучу те лоты, которые будут выставлены. Итак, вторым лотом будет работа «Я подарю тебе букет». Работа создана в 2009 году. Холст масла, размер 40 на 60. Первоначальная стоимость 64 тысячи гривен. Третьим лотом будут представлены цветы в сентябре 2010-2011. Масло МДФ, размер работы 40 на 50. Первоначальная стоимость 57 тысяч гривен. Четвертым лотом будут представлены «Город после дождя», написано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Размер работы 75 на 1,25 м. Холст масла МДФ. Первоначальная стоимость 45 тысяч гривен. И завершающий сюрприз. Эта работа называется «Автопортрет». Созданная она была в 2018 году. Размер работы 60 на 70. Холст акрил. Первоначальная стоимость 25 тысяч гривен. Во время прямого эфира я расскажу вам историю создания этой работы. Первоначальная идея создать ее ко мне пришла в 1989-90 году. В 90-м году я работал на ювелирном заводе, и именно эти события, обстоятельства долгое время преследовали меня, и мне хотелось запечатлеть это на холсте. И вот спустя практически 30 лет я создал автопортрет себя таким, каким я был в 19-20 лет. Стоя у Мартена с двух сторон, без привлечения, это был горячий цех, я работал ювелиром-литейщиком, и вот немножко о той своей истории, которую я запечатлел на холсте, я расскажу вам в прямом эфире. Подписывайтесь, ждите прямого эфира. С вами был арт-галерист и куратор Алик Ветров. Аукцион 4М, галерея Капучино, Одесса, французский бульвар 33.
33 Одесская киностудия. Если вы хотите присутствовать на записях прямого эфира, вы можете обращаться к нашему администратору, он ответит вам, как сделать эту аккредитацию. Вся подробность в описании. До новых встреч!